идем в парк летать, снимать. Сегодня суббота у нас. Река Кервиль, парк Кервиль. Сейчас будем летать, но не здесь. Здесь мы просто поснимаем. В общем, весь вечер была погода не очень. Утром я полетал, во время дождя даже летал. Что-то записал, посмотрим немножко потом. Сейчас уже примерно около 9 часов вечера. Еще есть возможность светлое время суток поймать, тогда чтобы полетать нормально. Более-менее с освещением, чтобы было хорошо. А так выходной день идет.